К дьяволу мир, который нельзя контролировать. К дьяволу есть я. Я могу быть функциональным. Я могу быть деятельным. Я могу быть созидательным. Я. У меня куча всякого разного галиматьи в голове. И когда я буду ее чувствовать, я не буду ждать, что она... Или я не буду ее превращать в тараканище. Я не буду ждать, что кто-то приедет, комарик, понимаете, этот, победил вот эту цокотуха, я теперь муж тебе, давай жениться. Вот. Ну, это наивно. Это сказка была такая. Про комара и муху. Вы послушайте этот отвратительный союз. Фу! Да. Не нужен нам ни муха не нужна, ни комар не нужен. Вот. И надо бороться со всей этой галиматьей в себе и обретать собственную ценность.